Мир насекомых, как считают ученые, появился на Земле несколько миллионов лет назад. Несмотря на это, тщательному изучению маленькие, а иногда и не очень маленькие насекомые подверглись лишь в 20 веке. Об их особом многообразии можно судить и по выставке, которая сегодня экспонируется в областном краеведческом музее. Уникальная коллекция Рамазана Махмудова говорит сама за себя. Здесь наряду с жестокрылыми жуками находятся и полужесткокрылые. Вот представители, есть представители других видов насекомых, паукообразных, допустим, и так далее. Но в основном это коллекция жуков. На выставке среди всего многообразия представленных экспонатов большое внимание привлекает скалопендра. В быту существует мнение, что так называют особо болтливых и в какой-то степени вредных женщин. Но это животное не отличается агрессивностью и нападает только в экстремальных ситуациях. Несмотря на такой вот устрашающий вид скалопендры, надо сказать, что это вполне миролюбивые существо, вполне миролюбивое существо. Если, допустим, тарантулы встретятся друг с другом, два тарантула вступят в бой, или там жуки-олени тоже будут сражаться, то скалопендры мирно расходятся. Всего на экспозиции представлено 74 работы, причем некоторые из них состоят из двух и даже более насекомых. Все они представители разных континентов и природных зон. Выставка удивляет своим многообразием, а потому не оставит равнодушными даже взрослых. Ознакомиться с экспозицией можно до 20 июля.